Я умер 4 года назад. Страшное заболевание, которое каждый день уносит жизни многих людей. А сегодня был бы мой день рождения, до которого я не дожил всего 2 дня. Конечно, я не был к этому готов, но быстро понял, что моя история здесь подходит к концу. У меня остался 16-летний сын, которому как мог старался дать все самое лучшее. Как жаль, что я долго его не увижу. Но теперь я знаю, что смерть всего лишь следующий этап, и мы обязательно встретимся. А пока он должен достойно пройти свой путь. Я бы очень хотел, чтобы его жизнь сложилась, и он не повторял моих ошибок. Конечно же, хочу, чтобы он состоялся, но я говорил об этом и скажу еще раз. Сынок, самое главное, при любых обстоятельствах оставайся человеком. Ну а мой путь здесь окончен. Я верю в тебя. С любовью, твой папа. Это видео посвящается моему отцу. Он очень хотел привить мне любовь к технике, и как вы видите, у него получилось. От него мне досталась Ода, автомобиль, которым я живу. Вернее, живу идеей его восстановления в память о папе. Многие люди после смерти близких стараются избавиться от их вещей, чтобы хоть как-то уменьшить боль от воспоминаний. А она действительно велика. Каждый день, проходя мимо Оды, просто сердце разрывалось. Я чувствовал в ней что-то живое, частицу души своего отца. И, конечно же, не мог просто избавиться от нее. Думаю, этим рассказом ответил еще и на вопрос, почему мой канал посвящен Оде и что такого я в ней нашел. Цените своих близких. До встречи.